гибридный турбо BMW M140, бензинка, шестицилиндровый. Вот. Короче, будем делать потом ремап к нему. Ну вот тут уже стоит такой слабый вес. Кое-что буду менять здесь. Ну, а в основном буду снимать турбо и показывать там. С чего начать? Три самолета здесь. Один внизу. Тут снять, соединить. Это соединить. Там замок есть. Вам надо добираться туда тоже. Это тоже сейчас будет. Это здесь соединить. И здесь соединить. Или здесь и в сторону брать. Там стоят.
еще. Ну, в конце. И, по-моему, 5 штук. Поднять надо. Это никакой неудобно. Это и вон те два болта, вон те отпустить, чтобы глушитель чуть-чуть в сторону шел, потому что тут есть. Здесь хомут. Он идет. Вот он. Так, сейчас не ошибаюсь. По-моему, не этот, а там он сверху. Здесь он сверху. А вот этот. Вон он идет. Водяной туда. Тут не надо отключить, только там надо отключить. Странно, хомута нет. Не было хомута. Ничего себе. Все, что помолю, все хрязно. Сколько раз открывал, но никогда не читал. Бывает, зараза, недолго снимать его.
бы магнит важен. Ну там труба, короче. И открутил только тогда этот болт. Болт открутил, вот там. Еле на пистолетом пришлось. Посол. Ребят, я снял турбу это. Всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки и удачи всем.